Доброе утро, мои хорошие. Вот я включила вам. Думаю, что-то поздороваюсь с вами. Вот у нас лаврушка какая большая. Видите, мы тут не обрезают ее. И вот дерево такое большое. Да я зашла сюда. Вареники купила у женщин. Потому что сама не стала лепить. Думаю, пойду куплю. Она хорошо лепит. Хорошие у нее вареники. Вот, это у нас пятый дом на Победе, это у нас дачи, ну, как на летний период люди тут здесь переходят, сдают квартиры свои, а сами здесь находятся летом. Вот такой у них. Вот, вот такой у них, как бы, дача. Гуляю, девочки. У нас должна комиссия сегодня быть. Так я вот это пошла, думаю, вареники сейчас купил. И думаю, вам сниму, покажу, где я была. Как у нас, какое дерево лаврушка. И там в этом дворе не обрезают. А вчера я вам поставила, там у нас обрезают кустами. Поэтому... Вот. Поэтому такие дела. Ну что, мои хорошие. Сейчас пойду к себе в бытовочку. Поставлю сумку, чтобы взять веник, совок и тележку. И дальше пойти. Пойдем работать. Вот такие дела. Ой, так, достать кучки. Что-то у меня не открывается. Вот. Вот, мои хорошие. Вот у меня коробка моя. Мы с вами работаем. Пойдем работать. Вот так. Такой веник у меня. Дерево, ягодки эти, забыла, как называется это дерево, у нас тут кушаем ягоды вот эти, ну, короче, не помню, как называется. Вот. Пойдемте сзади дома. Сзади дома у нас, там пособираем мусор. Вот тарахтит у нас. Тележка у меня тарахтит. Тарахтит. Ну вот, начальство сказала быть на работе. Мы сегодня на работе. Ждем какую-то комиссию. Не знаю, какая-то комиссия должна быть. Ну, подожду. Погуляю с вами. Да, участок покажу вам свой еще сзади дома. Я с вами сзади дома не была. Кто-то, да, приедет к нам. Вот такие дела. Ой, вы знаете, прям расстроилась. У меня здесь на участке елочка была. Посадили 10 лет. Росла, и бабушка он ее подливала, подливала. Вон она высохла у нас совсем. Сейчас покажу. Смотрите, елочка вот эта такая красивая была. Вот видите, что с ней стало. Елочки. И бабушка приходит, подливает, подливает, и она уже пропала. Елочка.
И жалко. Прям женщина посадила 10 лет. Елочка такая красивая была. Видите, сейчас не стала с елочкой. Зайду, покажу вам. Вот. Так, я дела. Тут у нас скорая. Машина стоит. Поликлиника за деревьями. Чисто здесь просто. Ну что, мои хорошие. Вот. Там женщина и шла, мне пришлось отключиться, чтобы не снимать ее. Вот это сзади дома, у меня тоже мой участок до конца. Туда, сзади дома. Мой участок. И тут я тоже работаю, выбираю. Вот. Ну, сейчас думаю быстренько туда-сюда и потом пойду. Так, вот птички. Тележку поставила с веником. Выпустится. Вот у нас красиво, смотрите, пальмы тоже растут. Пальмы. Так вот. Вот. Вот такие дела. Вот так мы работаем. Участки большие, поэтому туда дальше, туда уже я не пойду с вами. Назад возвращаемся, у нас тележка моя стоит там. Вот. Поэтому так. Вот, мои хорошие, показала я вам сзади дома, где я работаю. Вперед вы меня видели, теперь сзади дома. Увидите, как я здесь убираю. Ну что, буду заканчивать свое небольшое такое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.